Стимați locuitori, vreau să vă felicit cu ocazia sărbătorii localității creștine Hramul orașului Iargara. Vreau să vă aduc sincere felicitări de bine, sănătate, pace în familie, pace în țară. Vreau să vă doresc numai bine să fiți alături de administrație, să fiți alături de biserică. Mă bucur faptul că avem astăzi oaspeți alături de noi. Domnul Dumitru Cebașencu, cred că îl cunoașteți tot. Domnule Ancaș, vicepreședintele partidului nostru, mersi mult că ați venit pe la noi. Sper că astăzi să avem o atmosferă destul de caldă, chiar dacă avem o seară cu ploaie. Și sper că hramul nostru va avea loc. Vă mulțumesc! Domnul Dumitru, vă dau dumneavoastră. Bună ziua, здравствуйте, дорогие друзья! Я присоединяюсь к словам вашего примара. Поздравляю вас с праздником села, с храмом. Самые лучшие пожелания всем вам, вашим семьям. Пусть святой Дмитрий, у меня тоже сегодня именины, хранит нас всех с праздником. От меня, от Рената Георгиевича Усатова, от нашей партии всех поздравляем. И Рената Георгиевича Усатова уже хорошая традиция вручать подарки. В прошлом году он подарил от имени фонда Рената Усатой 100 тысяч лей городу вашему. Помог в строительстве детской площадки. Сегодня тоже от фонда Рената Усатова подарок городу Яргара. Сертификат на 100 тысяч лей на то, чтобы продолжить реконструкцию вашего храма в городе. Сила правде! Сила правде, да. Сила правде! Со словами поздравления выступит примар нашего села Стоянов Валерий Иванович, а также представители нашей партии. Давайте встретим их. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за приглашение. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Всего вам самого лучшего. Вот здесь написано «Радости, счастья, любви». Я бы добавил еще «Благополучия». Сегодня мы хотим внести маленький вклад, может, он не такой маленький, в благополучие вашего села. Рената Георгиевича Усатова, вы знаете, у него есть такая традиция делать подарки на праздники. В прошлом году он сделал подарок селу. И в этом году тоже фонд Рената Усатова выделяет селу Лопоцыка 100 тысяч леев на благоустройство. Вот сертификат. Позвольте мне вручить вашему примару. Буна сера Лопоцыка. С днем рождения Лопоцыка. От имени десятков тысяч сторонников и членов нашей партии, от имени лидера нашей партии, я вас поздравляю. Это ваш праздник, но и наш праздник. Я безумно рад, потому что в первых рядах я вижу много детей, молодежь. Это значит, что стоит продолжать борьбу, стоит бороться за нашу Молдову. Главный принцип нашей партии и лидера Рената Усатова всегда будет рядом с людьми, вместе с людьми, понимать проблемы людей, потому что иначе нельзя, иначе мы не возродим нашу Молдову. Почему мы все это делаем? Потому что и Усатый, и я, и Дмитрий Алексеевич, и все мы безумно любим нашу
прекрасную Молдову и в том числе прекраснейшую Лопутику. Я вас поздравляю! Сегодня большой праздник, Святой Дмитрий, поэтому именины не только у меня, но еще в десятке населенных пунктов, где у нашей партии есть свои примары. И сегодня вот команда нашей партии разъехалась по всей Молдове. Я побывал с товарищами на юге здесь, в 4 городах и селах. Другая группа была на севере, в пяти населенных пунктах. То есть и везде мы поздравили людей просто. И от имени фонда Рената Усатова вручили сертификаты на получение денежных сумм, довольно приличных. То есть общая сумма составила порядка 1 миллиона леев на обустройство, на благоустройство населенных пунктов. Они уже, люди распорядятся на месте, как они посчитают нужным. Кто-то построит водопровод или внесет деньги на строительство водопровода, кто-то улицу отремонтирует, кто-то церковь отремонтирует, кто-то стадион. Вот мы разные, кому что нужно, то и сделать. Шидин партия фундации Рената Усатый винимку у донации кум кадов инсумаде осуты мили. Кроме того, мы сейчас находимся между двумя турами президентских выборов. И везде мы говорили, что наша партия, что и Рената Усатый, и председатель партии, и я как кандидат президента от нашей партии, мы приняли решение поддержать во втором туре кандидата от партии социалистов Игоря Дадона. Мы как бы доводили до людей вот эту информацию, и она воспринималась очень нормально.